Начало февраля обычно характеризуется метелями, вьюгами, сильными порывами ветра. В этом же году месяц нас радует солнечными днями. С чем это связано? В настоящее время погоду нашего региона определяет барический гребень. Это область повышенного давления. Именно по этой причине температурный фон ближайшей ночью значительно снизится. В условиях отсутствия облачности будет происходить интенсивное выхолаживание подстилающей поверхности. Кроме того, северными потоками к нам приносит относительно холодный воздух. Таким образом, в ближайшей ночи мы ожидаем понижение столбика термометра до значения около минус 20 градусов. В ближайшее время ожидается циклон, который принесет с собой высокий фон температуры и повышенную вероятность осадков. Так, например, в январе норма осадков была полностью не получена, а в первые 6 дней февраля выпало всего 5 мм осадков при норме в 38 мм. Однако это не привело к недостатку снежного покрова. Так, избыточное количество снега, которое выпадало у нас в декабре, сформировало снежный покров. В настоящее время он 54 сантиметра составляет, что даже выше климатической нормы примерно на 10 сантиметров. Является ли характер течения февраля предсказателем прихода весны? Понять сложно. Вероятность таких прогнозов приравнивается к 50%. То есть можно считать их вполне несостоятельными. С точки зрения метеорологии, весна является периодом датоустойчивых переходов через нулевую отметку. А будут ли они близки к климатической норме, покажет только время. Регина Табрисова, Алина Красильникова, Фарид Захитаглы, Универньюз.